королей сражения, а мужики жизнь отдают. Гостера, пропустишь со мной кружечку? Я теперь Дерван. Дерван, а не гостера. Да как же так? Я же ведь знаю, как тебя на пострижины нарекли. И вообще, что за имя такое Дерван? Нильфгаардская. Бабка моя была из Назаира. А, вот значится, какие пироги. Ну, мое почтение, ваша милость, Дерван. Пусть вас золотое солнце ведет подальше от моего порога. О! Ты чего? Опять мне косули деревца пообщипали. Ишь, на полях Нильфгаардской страны Эмгир император наделал штаны. Что? Ага. Что ты сказал? Кто тебя этому научил? Ну? Они все ж нас хотят за Еругу выселить. Послушай меня внимательно. На наши очи и землю эту песенку не повторяй. Никому на сольфе. И с чашкой больше не играй. Но ведь Чешка мой лучший друг. Чешка дурачок. А нас из-за него поубивают. Еще хоть раз тебя с ним увижу, ох ты пожалеешь. Что? Пятьдесят лет труда. Все на смарку. Что я вам, суки, сделал? Ну что? Что здесь произошло? Да вот что-то прохладно мне стало ночью. Вот я и развел огонь под кузней. Потрескивало так приятно. Заодно и колбаску пожарил. Ну как ты думаешь, что случилось, баран? Спалили мне халупу, мастерскую. Все я потерял. Все. Мне очень жаль. Ты кого-нибудь подозреваешь? Да всю деревню. Я живу здесь полвека, думал, они меня своим считают.
Но все поменялось, когда пришли черные. Я единственный кузнец в округе, так что приходится и на гарнизон работать. Клепаю пугнутые панцири, подковы ставлю, все такое. Нильфгаардцы не платят ни гроша, дают только материалы и приказывают. А люди-то не верят, они думают, что я богатею на их несчастьях, сплю на куче золота, вроде как дракон. Перестали со мной разговаривать, плюются при виде меня. А теперь вот это. Я могу найти этого поджигателя, если ты готов заплатить. Немного у меня осталось, но я дам тебе все, лишь бы ты привел этого сукина сына. В ночь пожара я слышал, как что-то шевелится за хатой. Я там потом поглядел, но никаких следов не нашел. Но у меня же нет кошачьих глаз. Ладно, удачи! Следы сапог мужские, большого размера. Смердит человеческой мочой и водкой. Он снял башмаки и вошел в воду. Видно, хотел запутать следы. Вдобавок ко всему, он потерял башмаки. Что-то выскочило на него из камышей. Утопцы, но он сумел убежать. Следы ведут обратно в деревню. Хоть духота кончилась. Не вошла кровь. Мама не позволяет с чужими разговаривать. Не сильно, рана была неглубокая. Кто пойдет прыгать по лужам? Хоть духота кончилась. Тут след обрывается. Но я смогу узнать его поранее. Следы когтей утопца. Это должно быть он. Поганая рана. Нарвался на утопца? А тебя ебет? Ого. Он не только поджигатель, но и мастер остроумного ответа. Ну пойдем, кузнец с тобой поговорить хочет. А я с нелюдьми не разговариваю, потому как они ублюдки все. А краснолюды из них наихудшие. Жадные, как сороки. За золото все сделают. Мечи куют, которыми нам нильфы потом горло режут. Верно я говорю? Послушай, договоримся как человек с человеком. Ты меня не выдавай, а я тебе заплачу. Матушка у меня представилась недавно. Продал я ее инструменты. Кое-что уже потратил, но что осталось, будет твое. Я, в отличие от сорок и краснолюдов, не жадный, так что ты меня не подкупишь. Ах ты, сука! Сейчас ты у меня получишь! Успокойся и иди со мной. Я должен извиниться.
Адьял! А? Что? Что происходит? Милости прошу, деревенский поджигатель собственной персоной. Не пелка? Ты? Я с твоей матери ни разу гроша не взял. Так-то ты меня отблагодарил. Но с меня хватит. Эй, солдат, на минутку. Нет, Вилли, умоляю, я выпил. Не знал, что делаю. Я вам уже говорил, мастер Вилли. Поможем вам отстроиться, как только придет подкрепление. Материалы уже заказали. Да не в этом дело. Вот поджигатель. Ведьмак его поймал. Эта кузница имела стратегическое значение для гарнизона. Значит, ее уничтожение — саботаж. Значит, обойдется без суда. На дерево его! Суровая кара. Но заслуженная. Ты знаешь, сперва я тоже нильфов ненавидел. Теперь вот думаю, может, хоть они здесь порядок наведут. Научат этих лодырей манерам. Но да неважно. Твоя награда. И, кстати, я ж кое-что успел вынести из пожара. Ты наковальня цела. Кое-что могу выковать. Так что, если что понадобится, скажи, сделаю скидку. Приветствую старого клиента. Чего тебе нужно на этот раз? Покажи, что у тебя есть на продажу. Бывай. Вот и я о том же. Корчма пустая стоит. Не то, что раньше. Тогда откуда у Эльзы деньги?
Здравствуй, хозяин. Я вот прочитал, что у вас беда с колодцем. Как есть беда. Призраки там завелись. Уж лет 20 как. 20 лет? Что ж только сейчас спохватились? Потому как раньше мы черпали воду из реки, а после битвы столько в ней трупов плавает, что она отравленная стала. Дочь моя Люба выпила полкувшина и совсем разболелась. Лоб горит, еды удержать не может. Со дня на день все хуже. Травница говорит, что человек в лихорадке много пить должен. И не пиво или брашки, а воды как раз, непременно чистой. Откуда же ее взять, ежели нет колодца? Духа сначала прогнать нужно, а он и подойти никому не позволит. Опиши мне этого духа. Ну, страшенный он жуть. Как он выглядел-то? Похож вроде на девку, но такую, что только из гробу встала. Платье на ней грязное, все изодрано, кожа прямо кусками сходит, а воет, будто страдает очень. Значит, какой-то призрак. Или альп. Да как ни назовите, мастер-ведьмак. Если вы им не займетесь, схороню я доченьку мою. Мне жаль тебя, но работа есть работа. Надо обсудить плату. А что не так с платой? Я таких денег в жизни не видал. Вот и договорились. Хорошо, помогу тебе. Так где этот колодец? В Хущах. Это хутор такой был, к югу отсюда, на пригорке. Никто туда не заходит, потому как дух, понимаете, прогоните его. Очень прошу. Добряков сын знает торговца, который один раз в Нильфгарде побывал. Ой, какие там дива! Ну, и какие же? Они говорят, не по хатам живут, а в одном большом доме, вроде как муравьи в муравейнике. И как муравьи одну
только работу знают и слепое послушание. Каждый там вроде как работает с утра до утра. Вот тебе слово! Ничего больше взаймы не дам! Ключ потеряла, бабуся? Нет! Сковородку! Видишь ли, этот дом всегда стоял пустой. И вдруг в ночь перед битвой приехал сюда какой-то благородный господин в годах и вошел как к себе. Стою я у окна, чтобы посмотреть, что дальше будет. Он, должно быть, меня приметил, потому как гляжу, а он ко мне идет. Схватилась я за сковородку, чтобы, если что, защититься. А этот вежливо так спрашивает: нет ли у тебя, бабушка, березовых коры, ягод черемухи или хотя бы несколько угольков? Нет, говорю, а вы, должно быть, на голову упали, чтобы по ночам такие глупости у людей выспрашивать. Только вижу, что он совсем меня не слушает, а все на сковородку пялится, как сорока на ложку. «Одолжи, — говорит бабушка, — отдам с утра». Удивилась я немного, что он там в потьмах жарить собрался. Но сердце-то доброе у меня, вот и дала. Интересно, и что было дальше? Под утро в дом приехал еще кто-то. Но утром вышел только тот, первый господин. Закрыл дверь на ключ, сел на коня, и только я и видела и его, и мою сковородку. Она старая была, черная от сажи, потеря-то вроде небольшая, но другой-то нету. Может, ты мне подсобишь, золотенький, принесешь сковородку бабушке? Сама-то я эту дверь не открою. А по правде сказать, идти туда боязно, потому как из-за двери такой смрад бьет, что я думаю, тот второй, он должно быть... там лежать и остался. Заказа на сковородку у меня еще не было. Ладно, схожу поищу. Лучше подожди здесь, на всякий случай. Понятно, откуда запах. Треснувший монокль. Интересно. Что ты сказал, золотко? Ничего, ничего. Удушен, горотой. Остальное старые шрамы, как у солдата. А вот когда я сама с собой болтаю, говорят, я чудная стала. Какие-то документы сожжены почти дотла. Но некоторые фрагменты, пожалуй, можно прочесть. Ну что, вот и бесценная сковорода. Только отдраенная дочисто. Похоже, нашему таинственному господину нужна была не она, а Сара, чтобы сделать тушь и написать письма. Ну что, нашел сковородку? Прошу, твоя сковородка. Моя? Так ведь она была вся черная от сажи. А в эту я бы смотреться могла, если б хотела. Только уж годы-то не те. Этому господину была нужна именно сажа. Он ее счистил и сделал из нее тушь. Видно, ему надо было что-то написать. Срочно. А другие бумаги срочно сжечь. А тот второй? Мертв. Позови пару ребят и закопайте его за деревней. Глубоко, чтоб трупоеды не вырыли. И по-хорошему советую, не говорить об этом деле нильфгаардцам. Погоди, погоди! Тебе кое-что в благодарность причитается.
Возьми, сыночек, на дорогу. Поджарю-ка я себе на ужин сига. Или окуня.
это место силы. Сюда изливается магия. Что случилось? Чудовище! Чудовище из болот! Говорили мне, что здесь дорога опасная, а я не послушал, и по делам мне! Меньше стенаний, больше фактов. Что случилось, как помочь, и помни. Ведьмаки за даром не работают. Ну, собрался я к черным торговать. Вдруг конь переполошился и понес. На колдобине вылетел я, скозил, а повозка поехала дальше. Вдруг слышу какое-то бульканье, ржание и чавканье. Что-то там было. И что-то, кажется, сожрало сивку вместе с копытами. Товар в повозке. А мне и проверить страшно. Я подумал, может, вы? Больше всего мне один сундучок важен. Принесите его, очень вас прошу. Ладно, схожу. Когда найду сундучок, дам знать. С этой повозки она заехала в болото. А вот и повозка.
Повозка, утыканная стрелами. Интересно. Здесь стоит осмотреться повнимательней. Стрела. Об этом он не упоминал. Прямо в шею. Хороший выстрел. Или у этого моего купца серьезные проблемы с памятью, или он врет. Должно быть, он об этой коробке говорил. Заляпана кровью. Человеческой. Сундучок-то мой. Нашел я твой ценный сундучок. А еще кое-кого похожего на возницу. Со стрелой в шее. На этих болотах дриад нет, а утопцы и водные бабы из лука не стреляют. Других подозреваемых нет, вот я и думаю, что... Осторожно! Сзади! Сзади ничего нет. Я ведьмак, так что я бы услышал. Так же, как слышу твой пульс. Очень быстрый, как у лжеца. Посмотрим, может, наездник из тебя лучше, чем мошенник. Но! Надо его привести в чувство. Подъем! Вот видишь, на вранье далеко не уедешь, даже верхом. А теперь говори, кто ты такой и зачем напал на повозку. Ефрейтор Янгир Мер, 6-я Тимерская дивизия, 2-й полк. Распущен. Но все еще действует. По-тихому. Из леса. Это был медицинский транспорт. Я не хотел, чтобы он попал к нильфам. А лекарства нашим ребятам они тоже пригодятся. У нас много больных. Отпусти меня, тогда, может, они выживут и еще будут сражаться за свободный север. Добро, езжай. Желаю тебе и твоим товарищам, что прячутся по кустам, славной виктории в сражениях с Нильфгаардом. Чувство юмора у тебя гнусное. Но, мужик, ты порядочный. Возьми вот золото, я ж обещал. Выпей за серебряные лилии и память короля Фольтеста. Спасибо еще раз. Вовек Тимерия не погибнет, если мы живем. Давай. Давай, плотва. Шевелись, плотва! Ну, все.
Это военный лагерь. Местным вход только по разрешению командира гарнизона. Я похож на местного? Ты похож на того, кто ищет неприятности. Наоборот, я от них избавляю. Я ведьмак. Ведьмак? Капитан Петер Сарк Гвинлеви сейчас в башне, за воротами направо. Не такие уж вы черные и страшные. Когда хотите, умеете быть вежливыми. Не привыкай, Нордлинг. В башню. Император поведет нас прямо на Новиград. Нет. Абстреды. Марсанден Карбон. Эсди Кефирин. Норде Сулф Хейден Анморес. Нам придется реквизировать часть вашего урожая. Так точно, ваше превосходительство. Знаю, что в амбарах у вас не густо. Успокойся, ведьмак. Так точно, ваше превосходительство. Слышал о бригаде в Рихе? Такие, как ты, там служили. Нелюди. Так сколько деревня даст зерна? Сколько скажете, ваше превосходительство? Посмотри на мои руки. На, смотри. Мозоли видишь? Какое я тебе, ваше превосходительство. Крестьянин я. Так и давай говорить, как мужик с мужиком. Сколько сможете дать? 40 корцов. Было и больше, только наши, то есть темерцы, раньше уже забрали и... Дадите 30, уже хорошо. Ну, по рукам. Скоро жду транспорт. Благодарю, покорнейше благодарю. Кроме старосты, я вызывал только кузнеца Вилли, краснолюда. Ты для него высоковат. У него ты тоже что-нибудь конфискуешь? Если это будет необходимо. Идет война, если ты не заметил. Кто ты такой? Геральт из Ривии, ведьмак. Вадгерн. Понятно, почему я не слышал шагов. Чего надо? Йеннифер из Венгерберга. Куда она поехала? Это военная тайна. Все еще не выставил меня за дверь, не позвал караул. Значит, у тебя есть предложение. Тут в окрестностях завелся грифон. Убей его. Тогда посмотрим, что можно сделать. Почему для тебя так важен этот грифон? Потому что для меня важны люди. Это чудовище уже убило 9, в том числе нескольких солдат. Чтобы его поймать, мне пришлось бы вывести на охоту весь гарнизон. Прочесать лес, организовать облаву. А это невозможно. Не хочешь морочиться? Не хочу рисковать. Я не могу разбрасываться силами. Темерские войска разбиты, но люди только и ждут, чтобы взяться за оружие. Так что насчет грифона. Я могу сидеть сложа руки. Или нанять мастера. По рукам. Но прежде чем я начну, пара вопросов. Ты знаешь, где у грифона логово? Сперва он держался возле Лисьего Бора. Я послал туда патруль 5 молодых ребят. 2 спустя их нашел охотник. Я бы их не узнал, если б не бляхи. С тех пор грифон нападает где попало. В деревне,
На полях, на тракте. Значит, он бросил логово. Придется ставить ловушку. Судя по твоему тону, это будет непросто. Чего тебе нужно? Для приманки мне нужна одна травка, крушина. Грифон почует ее запах за 10 миль. Крушина? Ты впервые слышал. Но я еще не слишком хорошо говорю на всеобщем. Да, наверное, сперва ты выучил основные выражения. Руки вверх, вздернуть. Нет, сперва были поговорки. Например, не играй с огнем. Загляни к Тамире. Это травница. Живет на распутье, и она тебе поможет. Мне нужно больше сведений об этой твари. Какого она пола, почему бросила логово? Может, тебе очевидцев привести? Они скажут не больше того, что я уже знаю. Надо осмотреть место, где погибли твои люди. Как звали охотника, который их нашел? Мыслов. У него хата к югу от деревни, у самого леса. Полезный человек. Хотя и странный. Тамира и Мыслов. Спасибо. Эзон Яхтон. Пароль! Не знаю никакого пароля. И значит, вы здесь просто так ходите? Интересно, зачем? Имперские мечи считать? В армии таких на эшафот отправляют. А таких, которые торгуют казенным имуществом? Вижу, в товарах вы понимаете. Так может, что прикупите? Как там настроение в лагере? Думаете, победа уже ваша? Ага. Значит, все-таки шпион или провокатор? Да мне просто любопытно. Ага. Ну так вот, можете передать всем любопытствующим, что войну мы выиграем. И это по той причине, что Родовид больной на голову, о чем и так все знают. А у нас первоклассно обученная армия и снаряжение на высоте. А кстати, вы хотели что-то купить? Покажи мне свой товар. Бывай. Дисциплина. Вот чего вам всем не хватает.
Вперед, плотва! Бабка моя рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Тот аккурат случился у околицы. Но он отнекивался, то все. Как ему чик-чик. Но! Плотва, не так быстро! Есть кто? Наверное, на охоту ушел. Следы свежие. Мыслов только что вышел. Мыслов. Слышишь? Волки? Хотя нет. Дикие собаки. Да. Они опаснее волков. Собаки опаснее волков? Не преувеличивай. Говорю как есть. Знаете почему? Нет, но чувствую, что сейчас узнаю. Потому что волки охотятся, чтобы утолить голод. А дикие собаки убивают для забавы. Совсем как люди. Да, многому они от нас научились. Так почему бы и не жестокости? Я собираюсь на охоту. Где ты нашел нильфгаардцев, которых убил Грифон? А, понял. Вы ведьмак, убийца чудовищ. Это о вас в деревне говорят. Ага. Я вам покажу дорогу, конечно, но собак надо перебить, пока они ни на кого не напали. Поможете? Если вам не жаль тупить об них серебряные мечи, стало быть. Почему бы и нет? Грифон не убежит. А вот собаки могут. Так что ступайте осторожнее. Давно у вас неприятности с этими псами? С начала войны. Как солдаты через деревню идут, бабу изнасилуют да задушат. Мужика убьют для забавы, корову на мясо. А дворнягу? Разве что пнут походя. Но избивают эти шавки в стаи. Голодные, исхудавшие, все в струпьях. А подыхать не хотят. Потому умные. Умнее даже, чем лисы. И страх, как озлобленный на людей. Поздно. Они уже на кого-то напали. Дитер. Знаешь его? Мы вместе служили у помещика. Там, где сейчас войско стоит. Он был конюшем, а я охотником при барине. Но это было до того... Давно это было. До того, как что? До того, как меня выгнали из деревни. Что ты такого сделал? Ничего. Я выродок. Простите,
Не хочу я об этом говорить. Я тоже выродок. Да, но другого рода. Если это ликантропия, я могу помочь. Что? Ликантропия, волколачество. Я уже помогал в таких делах. Обычно это простые проклятия, которые... Сын помещика Флориан и я любили друг друга. Дитер застал нас на конюшнях. Меня выгнали... А Флориан повесился. Барин начал пить, имение пришло в упадок. Вот и вся история. Мне очень жаль. А, что было, то прошло. Мы шли нильфгардцев смотреть. Пойдем. Ты знаешь что-нибудь об этом грифоне? Немного. Это зверь не для меня. Зато ты для него в самый раз. Хоть бы поэтому полюбопытствовал бы. Я по лесу тихо хожу, так что даже грифон не приметит. Это здесь. Один лежал там, у пенька, без головы. Второй висел на ветке, кишки у него свисали аж до... Берегите себя. Я справлюсь. Это не первый грифон, с которым я имею дело. И, вероятно, не последний. Хорошо, если так. Будьте здоровы. Земля черная от запекшейся крови. Нильфгаардцы здесь что-то отмечали, но грифон их прервал. Лагерь? Следы давнишние, они глубже. Солдаты в доспехах, наверное, нильфгаардцы. Гнездо грифона, точнее то, что от него осталось. Тело пролежало несколько недель. Он был еще жив, когда грифон его сюда принес. И долго умирал. Кости. Коровьи, собачьи, человеческие. Останки за несколько месяцев. С
Самка. Личинки в ранах уже вылупились. Значит, она мертва по крайней мере неделю. Выходит, второй грифон самец. Глубокие колотые раны по всему телу. А на когтях и клюве ни следа крови. Она не защищалась. Должно быть, ее застали врасплох, пока она спала. Края клюва стерты, в подшерстке седые волосы. Ей было лет 10-12. Грифоны находят пару в молодость, значит, самец примерно того же возраста. Жесткая ость, густое оперение, королевский грифон. Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был так агрессивен. Сперва он напал на нильфгаардцев здесь, в лесу, а потом начал рыскать по всей округе. Я сделал все, что мог. Пора возвращаться к Весемиру. Сожгли. Это мог сделать только человек. Медальон дрожит. Это место силы.